Сепаратисты Донецкой Народной Республики не собираются сдаваться. В то время как городские власти сообщили о перемирии, объявленном сторонами, часть пророссийских активистов отказывается его признавать. Позже факт соглашения о перемирии опровергли и в Киеве. Новые баррикады возводятся на дороге, ведущей к аэропорту Донецка. Сепаратисты ждут здесь начала штурма города украинскими военными, которые, как уверяют повстанцы, блокировали все въезды в Донецк. Я нахожусь на своей земле, и мы защищаем свою землю. Мы в своем городе. Мы не оккупанты. Нас оккупируют, понимаете? Поэтому бояться у нас нет смысла бояться. Милиция не может и, как говорят очевидцы, даже не пытается вмешиваться в ситуацию. Баррикады возводятся прямо на глазах стражей порядка. К сожалению, у милиции недостаточно информации с той или с другой стороны о проведении боевых действий. Поэтому мы получаем оперативную информацию из источников гражданских. Из разных районов города то и дело поступают неподтвержденные сообщения о перестрелках. Между тем, сепаратисты объявили о введении в Донецке комендантского часа. Он будет действовать с 10 вечера до 6 утра. Также лидеры самопровозглашенной республики просят горожан не оставлять на улицах личный автотранспорт. Прямо за моей спиной железнодорожный мост, который отделяет центр Донецка от зоны боев. Там, за мостом, мы слышали отдельные взрывы. Abbiamo sentito anche dei tiri sporadici.